здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня мы приготовим очень вкусную закуску — морковь по-корейски. Нам для этого понадобится морковь, чеснок, растительное масло, сахар, смесь специй, уксус, соль. Ну что, давайте теперь приступим. Морковь трем вот на такую терку. Специальная терка для моркови по-корейской, или как еще называют ее, морковча. И натираем ее вот так во всю длину. Получается вот такая длинная красивая морковка. Ребята, и не забывайте подписываться на наш еще один кулинарный канал с диетическими рецептами, а также на влоговый канал, где мы показываем нашу повседневную жизнь. Ссылки будут внизу под видео в описании. Натерли морковку. Вот она какая красивая, длинненькая. Немножко ее пожмем, чтобы она пустила сок. Такая ароматная. Класс. Это смесь специй специально для моркови по-корейски. В ней уже есть соль. Поэтому соль, если надо, будет, добавим еще по вкусу. Высыпаем сахар. Выдавливаем чеснок. Добавляем уксус. Выливаем растительное масло. И хорошенько перемешиваем. Растительное масло я не прогреваю. Нам так нравится больше. Вы же, если хотите, можете его прогреть и добавить уже горячим. Перемешали. Очень ароматная, очень вкусная. Соль я не добавлял. Соли достаточно. Ее можно есть прям сразу. Но если хотите, можете оставить на часик в холодильнике, промариноваться лучше. Но я ее вообще уже ем, в принципе, такой. Ну что, давайте теперь попробуем. А какой аромат стоит! Просто классный. Пробуем. Морковь по-корейски получилась очень вкусная. Она ароматная. Приятный пряный вкус. Рекомендую вам ее обязательно приготовить и попробовать. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки, а также не забывайте делиться с друзьями. И подписывайтесь на наш еще один кулинарный канал с диетическими рецептами. И Instagram, там более короткие видеорецепты. Ссылки будут внизу под видео в описании. Приятного аппетита всем, пока-пока и удачи!